членов аплодисментами. Борьба за кубок финала его упражнения. Тоже победит Московская область, город Подольск, или Черноземья, город Орел. Сейчас мы это узнаем. Для экономической научной песни играет великий железо. Все решает, потому что ты шел ниже, как от противников. Но как он имеет шанс, чтобы бороться за победу, если пройдет полуфинал? Поднявшие аплодисменты, Вилюс Александр очень устал. Это он был самый выбранный перевод. Видно, что время на пределе. Нам с ним стали экономить силы немножко. Александр, давай, время идет. 10 секунд прошло. 12, 13. Есть. Прошло 5 секунд. Никто не хочет сдаваться. Предлагаю зафиксировать ничью. Давай, молодец. Я даже что-то нереально. Лучше, если будет зафиксировано ничья, я буду уже справляться. Мы будем учитывать два полуфинального упражнения с моими работами предыдущими. Давайте помните, снимаем. Мы видим, что Артем уже начали чуть ли не головой перебрасывать шар. Любые способы хорошие и, естественно, разрешены и запрещены. Правила нет сегодняшних соревнований. Давай, давай, можешь. Потерпи, блядь! Давай, Саша, давай! Последний, давай! Давай, по-мужски! Можешь, давай, блядь! Давай!